Левого-то нет. Видишь, у тебя правая нога опять развернулась. Смотри, Ренат. Смотри. Ты видишь, ты не смог до конца развернуть бедро, потому что упадешь. Смотри, ты опять сделал то же самое движение. Ты вот без левого, это двойка. Это, она не будет вот так, а тут ты справа будешь. Ты не развернул пятку бедро. Значит, что тебе разворачивать-то справа? У тебя получилось тогда эта двойка одними руками, потому что и пятка, бедро можно тогда, ну понимаешь, ты, получается, не зарядил правую. Он будет тоже рабочий. Смотри, что если так сделал, посмотри. Да? Вот ты прыгнул просто прямо. И тут ты пытаешься, это сложнейшее движение, тут пытаешься, что у тебя левого вращения бедра не было, ты пытаешься крутить правое бедро. И естественно, у тебя не было вот этого запаса вращения левого бедра. У тебя левая нога не совсем скоординирована с левой половиной, с правой. И у тебя получается, что запаса вращения у нее нет, и она у тебя очень сильно уходит. Можно и так пробить, безусловно, но тогда ты должен себя поймать вот на этом движении. Короткий левый прямой, да? Без вращения, ладно? Смотри. Там. А длинный уже будет вращение. Вот сможешь разделить так, а? Да. Левый раз. Левый раз. Пошел правый бей. Опять. Левая нога все равно. Ну все равно давай вернемся к классике. Это не будем экспериментировать. Посмотри еще раз. Ты подпрыгиваешь с левым ударом на вращение левой пятки. Посмотри, она у меня развернулась на 90 градусов по отношению к правой ноге. Подпрыгни так. Молодец. Вот только распусти плечо, опусти вот. Не должна правая уйти. Не надо правой прямой ноги. У тебя как будто второй удар, правильно? Вот, чуть-чуть. Левый прямой в данном ситуации является не столько ударным действием, сколько сокращающим дистанцию и заряжающий правую руку сильную. А вот теперь подпрыгивая вверх и вращение правого бедра. Видишь, опять левая рука, нога ушла. Дорогой. У тебя есть опять то маленькое действие, которое вот у меня сейчас будет то же самое. Смотри, смотри. Да? Видишь, развернулось, все, как мы говорили, да? Только теперь смотри, что произошло. И меня тоже несет. Правильно, потому что ты опять сделал вот это движение, здесь перевернулся. А правый прямой стал бить разворотом плечей спины. Ты толкаешься, вот нога, пятка, бедро и плечо с кулаком одновременно. Это локоть не будет распрямляться сразу. Но! Видишь, у меня переворот плеча? И нога не развернулась. Вот попробуй еще раз, левый прямой. Раз. Видишь, ушла, вот у тебя ушла. Вот. А теперь прямо оттуда, не прыгай, просто правый бей. Опять. Ты забираешь левую руку. Вот ты ударил правое плечо. Пошел правое плечо в кулак. Во! Вот эта смена плечей, вот тебе, дай руки, вот эту смену плечей тебе надо наработать. Неважно, что там твои ноги делают, бедра. Еще раз, левый раз. Если у тебя вращается левое плечо вовнутрь, то правое локоть, плечо падает. Пошел переворот правый. Переворот плеча правого, не дергай левую руку назад. Вот, вот, правый кулак туда просто вращай. Еще раз. Двойка. Раз, два. Раз. Не надо резко, не надо левую руку назад. Еще раз. Раз, левый. Плечо правое, где локоть? Бедро. Вот ты ударил, у тебя локоть правый в бедре. Раз. Во! Вот, вот, вот в этом направлении. То есть вот эта смена плечей. Ты не наклоняешься? Вот этот переворот плечей, это он и есть. Но туда. Но никак не разворот этот. Попробуй. То есть вот это, садись в зеркало, бери гантельки и сиди. Раз, левый, раз, правый, левый, правый, вернулся. Правый, левый, вернулся. Левый, правый, левый. Правый, левый, правый. Чтобы вот это, вот, смена кулаков у тебя наработала. Сейчас? Да, да, да. Вот выход на акцент. Все, пользуйся, давай. Все, поехали.